Чтобы быть постоянно в центре внимания, нужно обладать достаточным количеством полезной информации, и наши новости вам в этом помогут. Спешим порадовать поклонников турецких сериалов, ведь просматривая новости, вы сможете узнать о самых последних анонсах событий. В сериале «Доброта» снялись Исмаил Демирджи, Хатидже Шендиль, Серак Утлубей, Перихан Саваш и другие. Супружеская пара Мурат и Неслыхан олицетворяет семейное счастье и успешный бизнес. Их брачный союз сложился с того момента, когда между руководителем компании, которой являлась Неслыхан, и рядовым сотрудником Муратом вспыхнули любовные чувства. Хотя мать девушки была против этого союза, свадьба состоялась, а вскоре у пары родилось двое прекрасных деток. Несмотря на сложившуюся семейную идиллию, материальное благополучие, любовь супругов, замечательное потомство, мать так и не смирилась с присутствием нежеланного зятя, мечтая о более состоятельном, серьезном, обеспеченном муже для дочери. А еще у Неслыхан есть очень близкая подруга, с которой можно поделиться самым сокровенным. Вскоре та поселяется по соседству с супружеской парой. Изменившееся в сторону равнодушия, апатии, поведение мужа начинает беспокоить Неслыхан. Поначалу она списывает это на загруженность на работе, усталость, но в конце концов открывается настоящая правда. Любимый супруг изменяет ей самой лучшей подругой. От потрясения женщина не может прийти в себя. Предательство мужа и подруги не оставляет для разочарованного человека никакого другого пути, кроме беспощадных ответных действий и мести. Что ж, на этом все. Выбирайте, смотреть или не смотреть сериал, решать только вам. А если заинтересовал вас этот сериал, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне это очень важно знать. До скорой встречи с новым видео!